Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ISX 2013 года выпуска, 1.8 вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 181 тысяча километров. В переднюю левую туманку прилетел камень. Оригинальная стоит дороговато. Заказали фирмы, по-моему, Депо, если не ошибаюсь. И сейчас ее установим. Как снимается, не знаю, поэтому я сниму переднее колесо и сниму локер. Часть локера отодвину. Поднимай. Поднял автомобиль, снял колесо. Одна клипса здесь потеряна. Сейчас посмотрю, если подберу, поставлю ее. И две клипсы снизу. Вот здесь вот внизу получается. Отодвигаем. И вот она, противотуманочка. Вот эти защелки, рамки. Подталкиваю и выталкиваю рамку. Вот так рамка с защелок отходит. Все здесь. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть защелок вот таких вот. Нажимаем их и вытаскиваем рамку. По-хорошему, если подлезть отверткой отсюда, тоненькой, чтобы бампер не поцарапать, их можно отсюда защелкнуть и рамку снять снаружи, тогда не надо локер снимать. Ну, а теперь можно... Лампочка отключена, можно открутить ее спереди. Притом саморез потерянный давно. Все, туманка снята.
Даже удобнее будет ее снимать спереди, не снимая локера, не снимая колеса. Откручиваем. Ключиком на 10. Два винта. Два самореза. Лампочка H11. И откручиваем вот этот регулировочный. Я его, наверное, замерю, сколько он, чтобы также закрутить. Хотя бы примерно. Туманка фирмы Сата Нидепа ST214-20S2N. Это левая сторона. Но они, насколько я понимаю, что левая, что правая, должны быть одинаковые. Они на очень многие идут, и на Рено идут. Ну, внешне все одинаково. А что-то не так, что-то не так. А регулировочное ухо не так. Здесь ухо прямо параллельно стоит, а здесь ухо в бок стоит. А, все так. Здесь можно клипсу переставлять. Берем ее и переставляем сюда. Все. В оригинале, значит, туманки все-таки имеют разницу, левая и правая сторона, а дубликаты сделали без разницы. И хозяин сказал эту лампу поставить. Она говорит рабочая. О, маленько перекрутил. Ну, все примерно воткнул так, как должно быть. Здесь тоже имеет направляющую болт.
чтобы при регулировке туманки она крутилась. Но у меня нет спирта, чтобы лампу протереть. О, водкой протру. Вот такая вот водка. От фирмы Супротек. Рекомендуется употреблять в охлажденном виде. Не имеет побочных эффектов, не употреблять за рулем, применять не менее чем за 12 часов до ближайшей поездки за рулем. Вот все, спирта нет, водка есть. Она сильно не поворачивается, вот так вот достаточно. Тридцать восемь градусов. Еще не одну лампочку протрем. Идем устанавливаем. Единственное, сейчас может не совпадать отверстие в рамке с болтом регулировочным. Нет, третий саморез нужен. Без него туманка шевелится. Нашел саморез. О! Камень какой-то. Да, совершенно верно. Отверстие у нас не совпадает. Поэтому отрегулировать ее снаружи не получится. Придется снимать рамку для регулировки. Защелкиваем. Все. Вот так вот смотрится теперь туманка. Конечно, от родной она отличается, что новое и яркое. Так что туманку можно заменить, не снимая подкрылку и не снимая колеса. Локер поставил, колесо поставил, автомобиль отпустил, включил, проверить. Да, все работает, действительно лампочка живая.
Но это все. Замену противотуманки я закончил. Всего вам доброго.